О том, почему султан Сулейман решил казнить Ибрагима Пашу, почему это произошло внезапно ночью и где находится могила Паргалы, если она вообще есть, много веков уже ходят споры. Есть только одно визуальное изображение этого события. Накас Осман, художник и создатель миниатюр, вот так изобразил последний путь Ибрагима. Его выносят из дворца, в руках у мужчин факелы. Встречается в сети информация, что руководитель процессии, он справа, это никто иной, как Матракчина Сухофенди, который хоронил Ибрагима и в сериале «Великолепный век». Некоторые исследователи полагали, что Ибрагим был вовсе не захоронен, что его тело бросили в море, но так поступали крайне редко, даже с серьезными преступниками в Османской империи. Однако абсолютно точно, что султан не хотел, чтобы о захоронении его главного визиря кто-либо знал. Известно, что Ибрагим Паша был похоронен недалеко от обители Дервиши. Историк-хронограф Салахзаде написал, что возле его могилы был посажен багрянник. Современные турецкие ученые сделали заявление, что найдена могила Ибрагима Паши, и находится она в Стамбуле, в районе Фендеклы. Это фото данного места в 2015-2016 годах. На табличке написано, вольный перевод, «Уважаемые паломники, посещение этого места приветствуется религией, приветствуется чтение здесь Корана, но тут нельзя мусорить, прикреплять к забору ленточки, записки и так далее». Стамбульский муфтият. А несколько лет назад турецкий археолог Мурат Саф обнаружил другое захоронение, которое, по его мнению, принадлежит именно Ибрагиму Паше, а в районе Фендеклы не оно. Мурат Саф считает, и с ним согласны ряд историков, что Ибрагим был похоронен возле мечети, построенной по его заказу и носящей его имя – Макбуль Ибрахим Паша. Макбуль означает «фаворит». Эта мечеть расположена в районе Галата, Каракёй. Эта мечеть как раз была достроена в 1536 году. В этот год был казнен Ибрагим Паша. Ибрагим даже говорил, чтобы его похоронили именно здесь. Напротив мечети находилась Теке, обитель, приют или дом суфиев, дервишей. И именно там похоронили Ибрагима. Стоит отметить, что в этом районе жили тогда именно христиане, итальянцы преимущественно. В подвале ныне магазина или какого-то коммерческого помещения, находящегося прямо напротив мечети Ибрагима, на месте бывшего Теке, было обнаружено неизвестное захоронение без могильной плиты. И у археолога есть веские основания считать, что именно там покоится Ибрагим Паша, великий визирь султана Сулеймана Кануни. Сейчас вход в этот подвал закрыт. По слухам, там проводятся или планируют проводиться реставрационные работы. Thank you.